Hola, señoras and señoritas. Мяты как жопа, но ничего страшного. А чем сегодня займемся, конкретно я? Я решил сделать чекап всего организма, провериться на все подряд, потому что раз в год надо это делать. Тем более, мне кажется, что у меня организовалась какая-то аллергия образовалась. Потому что сегодня утром я чихнул 7000 раз. Мне уже почти 30 лет, а это, между прочим, 3 четверти жизни уже позади. Поэтому нужно проверяться раз в год хотя бы на все подряд, на все там проверять свои сосуды, кости вот эти, которые делают вот так вот на лестнице. Мой организм решил, что мало мне непереносимости лактозы, когда пердишь с молочища дальше, чем видишь, из сыров. А мое любимое блюдо – это молоко и сыр. Именно так называется блюдо. Молокосыр. Сыромолоко. Мелкосырье. Так еще теперь и какая-то аллергия прибавилась, потому что эта срань цветет, весна. В общем, сейчас узнаем, что со мной не так. Старички, все проверяемся. Ну что ж, все сдано. В большинстве своем все анализы, значит. ЭКГ потрясающе, просто тигриное. Потому что у меня сердце титана, непобедимое. Все думают, что у меня его нет. Ха-ха, оно у меня есть, оно работает как часы. Ой, бля. Так, что еще у нас здесь есть? Мне дали баночку для мочи, баночку для какашек, которую тоже надо сдать. Но анализ должен быть хороший, правильно? Потому что я поеду в какой-нибудь детский садик, сейчас возьму какого-нибудь ребеночка, и он за денежки мне все это написывает и накакает, потому что анализ должен быть хороший. Я не хочу, чтобы у меня какие-то гадости были написаны.